18+. Настоящий материал, информация произведен иностранным агентом Гарали Клинор Джулия, либо касается деятельности иностранного агента Гарали Клинор Джулии. Добрый день. Вы слушаете подкаст «Жертвы моды», подкаст, в котором мы говорим о том, как устроен феномен моды, и обсуждаем гардеробные практики и одежные культуры в широком историко-культурном контексте. Слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах Apple Podcasts, Google, Яндекс.Музыка и других. И следите за обновлениями на сайте nlo.media. Меня зовут Людмила Алябьева, я шеф-редактор журнала «Теория моды». И в гостях у нас писательница, исследовательница, постоянный автор и друг журнала «Теория моды» Ленор Гаралик, с которой сегодня мы будем говорить о практиках ремонта и переделках одежды. Ленор, спасибо, что снова присоединились к разговору. Огромное спасибо за приглашение, мне очень приятно здесь быть. Мы сегодня будем отталкиваться в нашем разговоре от 64-го выпуска журнала «Теория моды». Кажется, что это было давно, потому что действительно это было уже год назад. Но начну я с того, что поделюсь вот такой вот интересной новостью от отдела реализации, потому что выяснилось, что именно номер 64 «Теории моды» разошелся полностью, и не осталось ни одного номера. Это вообще как будто бы, да, вот не случалось никогда. И в этом смысле у меня вопрос к Ленор, которая про ремонт, про переделку одежды знает больше всех, мне кажется. Почему именно 64-й, как вам кажется, да, где вот один из блоков посвящен практикам ремонта одежды? Что случилось летом 2022 года? Почему его разобрали? Так, осторожно с такими вопросами. Почему его разобрали так, да, в общем, как горячие пирожки? Я попробую ответить на этот вопрос не как человек, который хоть что-нибудь знает о ремонте, а как человек, который работает маркетологом. У меня есть профессия другая, и я попробую ответить из этой позиции. Я читала несколько лекций по мотивам той статьи, которая у меня в этом номере. Это статья о переделках одежды в позднесоветский и постсоветский период. И я видела, какой огромный отклик это все вызывает, потому что огромное количество людей напрямую имело опыт этих практик. И фактически вы сделали номер с участием наших коллег, который говорит о них и о нас. И в этом смысле, как маркетолог, я могу сказать, что нет ничего более ценного, чем какой-нибудь контент, который говорит человеку о нем самом. В этом смысле этот номер оказался беспроигрышным. Да, но с другой стороны, и, наверное, мы об этом с вами сегодня тоже поговорим, очевидно, у этих самых практик ремонта есть какое-то интересное такое возрастное измерение, потому что, да, любопытно вообще посмотреть на состав аудитории, да, вот в том числе вашей, исходя из возраста, потому что у меня есть ощущение, что есть огромные, да, слои населения, ну, скорее, более молодого, которые про ремонт ничего примерно не слышали, да, ремонт одежды для них, ну, это такой неведомый зверь, и я это, в общем, тоже в каком-то смысле из своего опыта говорю, потому что обсуждала эти темы со студентами, причем студентами, имеющими прямое отношение к дизайну одежды, да, то есть интересно, как это вот тоже имеет и гендерную специфику, и возрастную специфику. Вот, может быть, прямо сейчас-то и обсудим. Есть ощущение, что то, что там, скажем, для людей нашего поколения, мы с вами, в общем, одно поколение, да, было частью повседневной жизни и повседневного опыта, довольно травматичного в том, что касалось, да, вот этой переделки, ремонта. Ну, для молодых людей сегодня это скорее такой, ну, с одной стороны, неведомый, а с другой стороны, если ведомый, то удивительный, да, способ работы с собственной одеждой. Мне кажется, что речь идет о двух вещах, если не о трех. Первая вещь. Для нашего поколения и поколения помладше, поколения, вот мне 48, да, мы говорим, если мы говорим о поколении, которому 38, чья юность пришлась на 90-е, есть, конечно,
очень сложный эмоциональный фон. Я очень много говорила, когда делала лекцию для страдариума на эту тему. Я очень много говорила с аудиторией, пришедшей на лекцию на эту тему, и переписывалась. Этот опыт был травматичным и связанным по большей части с негативными эмоциями, но не только. Я в своей статье разбираю как раз двойственность этой эмоции, потому что, с одной стороны, это вынужденный был труд, а с другой стороны, он очень много чего давал. Он многим давал чувство, что ты что-то умеешь, что ты делаешь вещи своими руками, что ты в любой момент можешь одеться модно, несмотря на обстоятельства. Там очень непростой комплекс эмоций лежал, и я его довольно подробно разбираю. А с другой стороны, можно принудить человека к творческой активности, эта творческая активность будет давать удовлетворение, но ты все время помнишь, что она принудительная. Это сложный микс. Для поколения еще более молодого, которые были детьми в то время, мне кажется, что у кого-то из них унаследована семейная травма, да, она транслировалась очень сильно, ничего нет, все надо делать руками, это мучительно. У кого-то были родители, которые это очень любили и хорошо учили девочек, учили мальчиков, иногда и мальчиков тоже, и это совершенно замечательно. Я говорила с несколькими такими молодыми людьми, по большей части учили девочек, и эти девочки вспоминают такие навыки благодарности и пользуются ими. Но были те, у кого для родителей это было мучением, и они унаследовали, конечно, травму и отвращение от таких практик. Но мы знаем, что травма поколенчески передается, и даже если тебя не заставляли заниматься ремонтом, то это отвращение ты наследуешь. И есть третий аспект, это аспект мотивации. Если тогда эта практика для большинства была вынужденной, даже для тех, кто это очень любил, люди не задавались вопросом, можно ли обойтись без этого. Да? Это было такое пространство нормальности, я бы сказала. Да? Все надо делать своими руками, потому что все надо делать своими руками, как иначе. То сегодня те, кто занимается ремонтом одежды, занимаются им по другим причинам. По причинам творческого интереса, по причинам экологическим, по причинам желания выглядеть не так, иначе, по причинам желания сохранить любимую вещь. Но нельзя обобщать. Надо всегда помнить, что есть люди, которые сейчас занимаются ремонтом, потому что не могут позволить себе новые вещи. Но в ряде случаев, люди делают это по причинам совершенно другого рода. Да? То есть мы оказались в пространстве, где если младшее поколение знает про ремонт и любит ремонт, то часто не потому, что его вынуждают обстоятельства. И, кстати, говоря, да, о разных подходах и разных стратегиях ремонта, которые были характерны для советского периода и постсоветского, и тем, что происходит сейчас, мы наблюдаем еще одну интересную штуку. И это, конечно, напрямую связано вот с тем, о чем вы говорите. Это вот такое вот, не противостояние, но, тем не менее, присутствие видимого и невидимого ремонта. Потому что все-таки, да, когда мы говорим о советском контексте и о постсоветском, и, наверное, о контексте, когда этот ремонт вынужденная мера, мы в большей степени говорим о невидимом ремонте, да, потому что мы хотим скрыть какие-то огрехи, какие-то, да, там, я не знаю, изъяны в одежде, и, не дай бог, следы будут заметны окружающим. И совершенно другая история, которая сейчас происходит, и там, не знаю, и в рамках, даже и модного дискурса мы наблюдаем, да, все больше и больше брендов, дизайнеров, которые, в общем-то, как-то нам вот, так сказать, как-то манифестируют вот этот видимый ремонт. То есть сегодня в определенных кругах этот самый видимый ремонт – это скорее артикуляция, каких-то других идей, да, а не желание вещь сохранить, потому что другой нет и не будет в ближайшее время. Я очень внимательно, надо объяснить сначала, наверное, что такое видимый и невидимый ремонт. Есть два понятия – invisible mending и visible mending. Невидимый ремонт и видимый ремонт. Невидимый ремонт – это когда ты ремонтируешь вещь так,
чтобы сделать вид, что она никогда не была отремонтирована. Видимый ремонт – это когда ты ремонтируешь вещь так, чтобы было видно, что она была отремонтирована. И с невидимым ремонтом более или менее понятно, ты скрываешь любые следы вмешательства. С видимым ремонтом ты можешь быть очень креативным, ты можешь просто заштопать, например, просто зашить шов швом наружу, чтобы было видно, что он зашит. А можешь быть очень-очень креативным, ты можешь ставить цветные заплаты на нецветную одежду, ты можешь делать фигурную штопку, ты можешь всячески проявлять свое творческое начало там, где ремонт необходим. Я очень внимательно слежу за тем, что происходит с Visible Mending. Я подписана на некоторое количество, значит, пинтерестов, каналов. Меня очень интересует эта область. И я должна сказать, что самое интересное, что происходит в этой области, это когда люди покупают целую вещь, нарушают ее целостность специально, то есть вырезают в ней дырки, распарышивают, и потом ремонтируют, когда она изначально не требовала этого, чтобы создать впечатление, что она требовала ремонта, и отремонтировать ее. Это, конечно, действие, на мой взгляд, нельзя говорить «конечно», на мой взгляд, действие двух мотиваций. Первая мотивация творческая, безусловно. Хочется сделать что-то интересное. Вторая мотивация модная. Сейчас модно демонстрировать следы видимого ремонта, и люди создают модную вещь фактически. То есть так или иначе, мы говорим здесь не о ремонте. Visible Mending – это дизайн, это не ремонт. Visible Mending – это техника дизайна, так мне кажется. Ну вот да, тогда продолжая вот эту вашу мысль, с которой не могу не согласиться, что это действительно связано с какими-то как будто бы серьезными изменениями в том, как мы вообще видим дизайн, да, что мы допускаем вот это присутствие какого-то изъяна во внешнем облике новой вещи. И как будто бы, да, эти процессы в моде начали происходить не вчера. Да, мы наблюдаем вот за тем, как эта условная, да, такая, не знаю, вестиментарная руина привлекает все больше и большее количество там дизайнеров, начиная там с 80-х, уж точно с 90-х годов. Да, то есть... Ну, сначала деконструкции, да, сначала мода на деконструкцию. Да, это же форма деконструкции, да. Которая легитимирует вообще присутствие, там, не знаю, дыры, заплаты, всего чего угодно, что, да, там, до недавнего времени там вообще не могло появиться. И в этом смысле, да, это тоже очень сильно сбивает оптику, потому что вот мне нравится этот пример, когда, да, там, ну, например, да, мы предложили бы лет 10 назад, да и 5 даже, посмотреть там, вот посмотрите, вот футболка там с пятном, это что? Это проблема. А если мы сегодня покажем, да, такую футболку, то, возможно, это... Это вызов. А еще и, возможно, это вообще часть дизайна. Да, может быть, мы ее такой купили. Часть дизайна. Мне хочется добавить пару слов про невидимый дизайн. Мне хочется напомнить, что... про невидимый ремонт. Мне хочется напомнить, что сейчас прибегают к невидимому ремонту. Прибегают очень много. К невидимому ремонту прибегают, когда вещь надо посадить по фигуре, когда вещь надо... Когда у вещи есть недостатки кроя, например, да, то есть вещь может проходить невидимый и видимый ремонт параллельно. И когда мы говорим о том, что вещь требует невидимого ремонта, невидимый ремонт призван скрыть те ее недостатки, которые мешают носке. А видимый ремонт подчеркивает те ее недостатки, которые могут стать элементами дизайна. И вот надо статью писать про то, как они взаимодействуют и в каких случаях видимый и невидимый дизайн становятся опциями, становятся вариантами работы. Да, это как будто такая, да, апроприация там, новые вещи. То, о чем на самом деле вы уже и писали, и говорили, и мы это обсуждали, да, вот эти вот практики присвоения вещи, которые принимают, ну, самые разные формы, и в том числе, да, там, подгонка и прочее. Я буквально, да, на днях тоже наблюдала картину,
следила, да, вот за девушкой в метро, ужас-ужас, но это такой профессиональный был у меня интерес. Но это профессиональное искажение у нас у всех, да. Да-да-да. И как она, думая, что за ней никто не наблюдает, смотрясь в стекло, просто, да, вот как-то так усаживала вещь на себе, вот ровно так, как ей хотелось бы, чтобы она смотрелась. Это, конечно, был удивительный процесс, потому что... Захватывающе. Да, было ощущение, да, так, не знаю, художник, который пытается, да, на себе такое что-то своять, и это совершенно удивительно, да, это там, не знаю, то искусство, которое нам доступно всем на повседневной основе, это, конечно, совершенно такой удивительный процесс, и как это по-разному, наверное, у нас происходит, и насколько, да, может быть, там, не знаю, это практика инвазивная, да, когда мы действительно, там, не знаю, что-то переделываем, не просто, да, там, закрутил и подтянул, а вот как-то вмешался капитально в сам процесс дизайна вещи. Я, если можно, хотела бы вернуться немножко назад, к, скорее, да, вот к советской эпохе, которую мы как-то, да, почти проскочили, сказав, да, что это такой вот травмирующий опыт, но вот все-таки вот эта вот тема, да, связанная с ремонтом, которая для, да, советского времени, ну, вообще, да, была совершенно не экзотикой, она дала основание, да, там, нашим коллегам, которые писали про советское общество, Екатерине Герасимовой и Софье Чуйкиной, в свое время назвать советское общество обществом ремонта. И это касалось совершенно, да, примерно всего, но в особенности, конечно, текстиля, да, потому что с этим были сложности определенные. И удивительно, да, как вообще советский человек коммуницировал с вещами, которые, там, приходя условно в советское домохозяйство, оставались там до самой своей смерти, да, потому что, ну, как бы, избавляться от вещей было не принято. Но интересно здесь даже, ну, понятно, и подгонка, и ремонт, и вот эти стадии, как бы, да, превращения вещи. Вот вы об этом тоже и писали, да, и много было и в лекциях, и в разговорах просто. Вот эти вот превращения, да, там, не знаю, из условного платья мамы в платье дочки, там, не знаю, потом фартук, потом еще во что-то. Вот как сегодня, да, у этого сегодня вообще есть какие-то параллели? Или это какая-то вот, да, такая практика таких закрытых обществ вроде Советского Союза? Мне очень давно хочется сказать, что я давно мечтаю написать про это и расширить немножко замечательное совершенно определение, которое дали коллеги. Я сама очень много на него ссылаюсь. Мне кажется, что чем дальше этим занимаюсь, тем больше мне кажется, что советское общество было не обществом ремонта. Вернее, общество ремонта – это такое чуть суженное понятие, а обществом творческого потребления. Есть такое понятие creative consumer. Это потребитель, который берет вещь и использует ее так, как считает нужным. Ну вот смотрите, самый простой пример. Сейчас существуют такие штуковины, треугольнички такие резиновые, которыми подпирают двери. Да, их не было. Двери всегда подпирали книжкой. Дверь, которая закрывается, всегда подпирали книжкой. Это типичный пример творческого потребителя. Он берет вещь и использует ее так, как ему надо. И таких примеров и в сегодняшнем обществе, на самом деле, и в обществе советском было бесконечное количество. Просто, как знает любой математик, бесконечности можно сравнивать. Да, бывают бесконечности побольше, бесконечности поменьше. Так вот, бесконечность советская была очень большая. Огромная. И она состояла не только из ремонта, а вообще из способности переосмысливать вещи, переприсваивать вещи и менять принадлежность вещей и так далее. И мне кажется, что сейчас мы не успеваем осознать, насколько творческий потребитель силен в сегодняшнем обществе. Потому что как только творческий потребитель что-нибудь творческое делает с потребляемым предметом, на это отзывается индустрия и создает в ответ на запрос продукт, чего не было в Советском Союзе. Есть замечательная такая вещь сегодня,
которая... Я все время за всем этим слежу, потому что меня это... Ищу русский аналог для слова fascinates. Меня это восхищает, завораживает. Вот, спасибо большое, завораживает. Есть такая вещь, которая называется IKEA hacks. Икеевские хакеры, я бы сказала. Это пространство мышления. Для этого есть специальные сайты, для этого есть огромные комьюнити. Это люди, которые покупают товары в IKEA и хакают их. Ну, то есть делают с ними что-то совсем другое. Иногда очень простыми методами, иногда невозможно сложными. Иногда кажется, что легче построить тумбочку самому, чем хакнуть икеевскую. Но это не одно и то же. И штука в том, что IKEA довольно быстро подхватывает эти вещи и делает их. Мы не успеваем понять, насколько много в нашем мире того, что как пользователи творчески переосмысливают, потому что индустрия немедленно отзывается на это новыми продуктами. В Советском Союзе процесс творческого потребления был так заметен и нагляден, потому что индустрия практически не реагировала на него. Мы не оказались в другом обществе, мы оказались в другом мире. Мы не перестали быть творческими потребителями. Нам просто очень быстро подносят на блюде то, что мы творим. И нам очень быстро, наши запросы очень быстро удовлетворяют. Но Советский Союз так не умел, зато умел очень здорово понимать, что творческое потребление – это способ выживания, и поощрять его. Недаром выходило такое количество журналов, которое поощряло творческое потребление, которое давало рецепты творческого потребления, и мы все знаем, что это иногда доходило до вещей, которые кажутся нам нелепыми, да, все эти советы в журналах, значит, как приклеить шипы на подошвы и как сделать зубную пасту из гуталина, я преувеличиваю, шучу сейчас, но мы понимаем, в каком жанре домашнего совета идет речь. И в этом смысле ужасно интересно, что медиа работали на творческого консюмера, понимая, что индустрия не может отозваться на его запросы. Но сейчас дела не обстоят иначе. Если мы будем следить, например, за тем, что происходит в YouTube и ТикТоке, самый популярный тип видео, один из самых популярных типов видео – это лайфхаки. И лайфхаки очень часто фактически про то же, как быть творческим консюмером. Да-да-да, это удивительно, да, насколько сегодня можно в YouTube найти рецепт примерно всего. Да, то есть достаточно сформулировать свое самое экзотическое пожелание, и здесь вот вуаля, выпадает огромное количество вариантов. Кстати, да, вот вспоминая журналы советские, да, в которых публиковались эти советы, удивительно, что это не должны были быть совершенно никакие специализированные журналы. Тот же, например, журнал «Наука и жизнь», на который мы были подписаны, он в конце выдавал огромную порцию вот таких вот советов, которые даже читать было невероятно увлекательно. Потрясающе интересно. Да, абсолютно. И прямо, да. Угу. Ну вот, да, про реакцию индустрии. Мы сейчас наблюдаем, что помимо, да, вот этого видимого мендинга, о котором мы уже говорили, который, да, там дизайнеры инкорпорируют в готовые, модные, новые-новые вещи, мы наблюдаем, как индустрия реагирует и вот на этот запрос «сделай сам». Да, вот некоторые компании, да, массовые бренды, не очень массовые, какие-то локальные, начинают либо предлагать услугу ремонта, либо вообще запускают вот эти вот маленькие такие ремонтные наборчики, да, вот эти вот мендинг-киты. Да, их огромное количество, да. И их действительно, их сейчас вот как бы высыпается, это превращается тоже в индустрию, то есть это апроприируется очень быстро. Как вам кажется, да, и вот здесь вот такой вот вопрос мой, он как будто бы совмещает и индустриальный фокус, и модный фокус, и связан он вот с чем.
Может ли вообще, да, вот ремонт вещи, ее такая возобновляемость, быть встроенной в дизайн и вообще стать как бы, да, ну, таким общим местом индустрии, что в конечном итоге нас вроде бы должно привести, ну, вот как бы к уменьшению наших потребностей. Но вот непонятно, произойдет ли это и кому это вообще нужно. Ну, пуговицы и кусочек ткани шли в набор с вещами примерно всегда. Кусочек ткани, как мы выяснили все, когда выросли, был не для заплатки, а для того, чтобы на нем ставить опыты по стирке и глажке. Но использовали его для заплаток, конечно, люди рачительные. Вот. Но пуговицы-то были для того, чтобы мы меняли пуговицы. Вот. Но и это был встроенный ремонт. Так что уровень ноль достигается и сейчас. Вот. Значит, мне кажется, что вполне, но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что нет заинтересованных лиц в индустрии. В индустрии заинтересованы в том, чтобы ты купил следующую вещь всегда. И о том, что вещь износостойкая, сообщается двумя способами. Или это качественный бренд, который уровнем цены и репутации подтверждает, что вещь не порвется на второй день. Или буквально идет заявка на то, что вещь крепкая, надежная, стойкая, если это часть технических требований к вещи. Если это спортивная одежда, одежда для проведения времени на одежда для актива спорта, одежда для проведения времени на свежем воздухе и так далее. Но представить себе, что H&M начнут маркировать свои вещи как надежные или не рвущиеся, или прикладывать к ним инструментарий для ремонта, это был бы сильный маркетинговый ход для капсульной коллекции, например. Но мне трудно представить себе, что они будут заинтересованы поступать так со всеми вещами, потому что это идет вразрез с бизнес-моделью. Бизнес-модель подразумевает бесконечный цикл покупки. Тут нужно представить себе, что возникают какие-то бренды, которые строят свою бизнес-модель на том, что их вещи будут ремонтироваться. Но мне сейчас трудно представить эту бизнес-модель. Это странная, сложная, новая бизнес-модель. Я не могу сходу ее вообразить, но это не значит, что ее не может быть. Это значит, что я не могу ее вообразить. Кто-нибудь более умный, чем я, и более продвинутый, чем я, безусловно, наверняка может. Об этом надо думать. Да, но вот как раз вот этот наборчик для ремонта, который я вспомнила, я его видела в продаже вполне себе такого массового бренда, ну, как бы, который, чья бизнес-модель очевидно настроена на вот эту традиционную новизну, смену и так далее, да, на что, собственно, да, мода ориентировалась, ну, на протяжении примерно, да, там, последних нескольких сотен, ну, не сотен, конечно, лет, да, но тем не менее. И я не знаю, могу назвать, это шведский тоже бренд, Lindex, и у них вот продавались такие наборчики, да, но это, правда, было в первую очередь связано с заплаточками, да, которые вот уже тоже готовые такие заплаточки, которые можно, значит, приделывать в места с дырками, видимо, на одежде Lindex. Ну, и вообще, да, мы наблюдаем, как это такая тоже, какая-то такая, мне кажется, явно нарастающая история, и все больше и больше брендов вот выдают такие наборчики. То есть, ну, как будто бы, да, вот как будто бы, да, тем не менее, это такой очередной трюк, да, и он тоже, да, как многое в моде, так коммерциализируется очень быстро, да, вот то, как раз о чем вы говорили, мы сегодня не успеваем что-то придумать, накреативить, как индустрия нам уже выдает это в готовом виде, да, и в этом смысле, конечно, да, вот есть подозрение, что это тоже из разряда вот таких вот индустриальных, да, предложений, по сути. Я, между тем, хочу напомнить, что 18-19 и начало 20 века один из очень важных на русском скиллов, одно из очень важных умений женщины было умение постоянно переделывать вещи так, чтобы
давать им новую жизнь, чтобы не было заметно, что старое платье стало новым. Но тут был нюанс. Когда мы говорим о женщинах с очень небольшим доходом, это делалось вручную. Но бизнес-модель модистки была в том, что она была помощницей женщины в этом процессе, и женщина приходила к ней снова и снова, и это была работа двоих, модистки и женщины. Модистка была очень заинтересована в том, чтобы женщина использовала старое платье по второму разу, потому что они делали это вместе, модистка получала деньги, в том числе за переделки. Это была такая совместная практика и совместная коммерция, да? И в этом смысле я сейчас сижу и думаю, нет ли такой бизнес-модели, при которой к бренду можно прийти на переделку. Вот это может быть ужасно интересно. Это бренд, это может быть не очень массовый бренд, но бренд, который полубренд, полуателье или создает модульные вещи, к которым можно прикупать модули и добавлять и убавлять, это может быть ужасно интересно. Да, это интересно, и это уже происходит. Есть некоторое количество, да, действительно таких локальных брендов, которые позволяют вам прийти, там, не знаю, условно с купленным пальто, если что-то там с ним пошло не так, вам его отремонтируют и, может быть, да, там подгонят под фигуру. А я имею в виду прямо выпускать коллекции, которые позволяют вам сменить рукава у пальто, сменить подкладку у пальто на другой цвет, вот это вот все. Это было бы ужасно прикольно, и вот про это можно думать в какую-то сторону. Посмотрим, да, может быть уже, да-да-да, может быть кто-то уже придумывает, да, как мы сейчас, да-да. А вот, кстати, говоря вот о таком возвращении клиента, потребителя, покупателя к бренду, не для того, чтобы купить новое, а для того, чтобы поддержать уже купленное. Не кажется ли вам, что речь здесь идет о совсем другом как бы уровне и содержании коммуникации между брендом и потребителем? Здесь как будто бы, да, меняются вот эти настройки, которые мода традиционно эксплуатирует, и появляется, да, там что-то связанное, там, не знаю, с уходом, практиками заботы, и вот какой-то такой нащупывается явно эмоциональный поворот, да, в этих отношениях. Это было бы ужасно интересно, и как маркетолог я считаю, что это, конечно, захватывающая совершенно задача. Вместо того, чтобы купить новое пальто, придите к нам, смените рукава, смените подкладку, отремонтируйте что-нибудь, сделайте новый воротник. Это было бы потрясающе интересно. Хочется посмотреть, как это будет происходить, конечно. Я верю, что кто-нибудь это сделает рано или поздно, потому что если до этого додумалась я, до этого, безусловно, додумается кто-нибудь более умный и запустит это в производство. Ну, посмотрим, да, может быть, что-то спустя, может быть, уже сейчас происходит, а может быть, сразу после нашей программы кто-то додумает. Но на самом деле, мне кажется, что если не про ремонт, но вообще в целом про какую-то такую коммуникацию брендов, скорее локальных в большей степени, да, потому что они маленькие, у них как бы, да, оптика другая, и у них нюансированный взгляд, и вообще они могут себе позволить, да, вот эти вот личные отношения с покупателями, как будто бы, да, вот эта вот эмоциональная составляющая, которая задействует другие механизмы, да, там, не те, которые традиционно с модой у нас были связаны, потому что, да, весь фокус был на этапе покупки и продажи, соответственно. Важно было продать и купить. А что происходило дальше, да, и в общем, происходит, никого особенно не интересует. Да, конечно. Это работает уже сейчас и в больших брендах тоже. Я как человек, который работает в том числе как маркетолог с брендами модными, могу сказать, что бренды вкладывают очень много сил на то, чтобы построить эмоциональные отношения с покупателем и очень интересуются тем, что происходит после продажи. И, конечно, чем меньше бренд, тем больше на это шансов, и тем у него больше шансов выстроить какую-то реальную связь с потребителем. Раньше этим, ну, то есть первыми это начали делать, как ни странно, даже не маленькие локальные бренды, а лакшери-бренды, которые очень похожи на маленькие локальные бренды. У них в некотором смысле меньше крупных покупателей и больше ресурсов для того, чтобы за ними ухаживать.
маленькие локальные бренды учатся у лакшери-брендов, как ни странно, а не у брендов с сопоставимыми ценами, ровно потому, что лучшие практики вводили бренды лакшери первое время. Самые эмоциональные отношения выстраивали лакшери-бренды. И в этом смысле, конечно, если ты маленький бренд, у тебя может быть не так много покупателей, и ты можешь позволить себе выстраивать с ними человеческие отношения. Но проблема заключается в том, что по мере того, как ты растешь, ты становишься труднее и труднее. Тут есть ловушка. Когда ты становишься большим, становится труднее, а твои покупатели уже привыкли к тому, что у вас очень тесные отношения. В эту ловушку попадают почти все, и там возникает некоторый разрыв. Но приятно смотреть, как некоторые бренды умеют его преодолевать. Да-да-да, как к уходу и заботе быстро привыкаешь, вот, и хочется больше и больше. Ну и как будто бы, да, вот этот переход, о котором мы сейчас с вами говорим, он означает, ну, такое большее, что ли, внимание к самим практикам ношения одежды и ее, так сказать, да, и включая, ну, не знаю, практики ухода в том числе, да, и здесь как раз ремонт, возможно, да, возможный ремонт, он также является вот одной из таких практик. У меня вопрос личный. Вы вообще насколько, так сказать, уверенно себя чувствуете, когда одежда дает сбой и требует вот какого-то ремонта? Насколько, да, вот навыков хватает? И я ремонтирую все. Я делаю рефешнинг очень многих своих вещей, но это связано с тем, что я вообще люблю делать что-нибудь руками и люблю возиться с вещами. Все мои вещи стоят примерно $15-20. Я ношу базовые вещи, которые заказываю на Амазоне. Без примерки, я очень просто одеваюсь, но когда мне хочется какую-нибудь интересную вещь, это значит, что я буду покупать базовую вещь и переделывать ее, а не что я буду покупать что-нибудь сложное, скорее всего. Исключение составляют вещи, которые должны садиться по фигуре, вроде платьев, но и там очень велика вероятность, что я буду покупать вещь базового кроя и делать ей рефешнинг или декор, просто потому, что я люблю эти практики, и мне приходят в голову какие-то идеи, которые надо реализовывать. А вот вопрос тогда уж продолжаю, потому что это невероятно увлекательно. Действительно, как происходит выбор вещей, да, и как они потом становятся вашими посредством вот этого рефешнинга. А научились вы вот этим практикам самостоятельно или это перешло как-то, да, от кого-то в семье? Мне страшно повезло. У меня была... Бабушка и мама всегда вязали, бабушка немножко шила. Но дело было не в том, чему меня учили. Меня немножко учили шить, немножко учили вышивать, но ничего особо сложного и практики потом добирала я самостоятельно. Мне повезло с двумя вещами. У меня в доме любили делать вещи руками. То есть я не унаследовала вот этого, вот этой неприязни к вынужденному ручному труду. И, ну, мне просто повезло, у меня хорошо с мелкой моторикой. Ну вот я не случайно задала этот вопрос, потому что вот эта вот линия, чаще всего женская, да, по которой усваиваются и осваиваются эти практики, она наводит на следующий мой вопрос, который я уже как бы забросила, да, в начале нашего разговора, связанный с, ну, с гендерной спецификой практик ремонта. Понятно, что ремонт ремонту рознь, но когда мы говорим о ремонте одежды, все-таки, да, в первую очередь мы представляем себе такую, да, согбенную женскую фигурку, которая, да, где-то там что-то такое ремонтирует. Как вам кажется, да, с чем это связано? Актуально ли это сегодня? Или это там, как и, не знаю, практики вязания, которые сегодня, да, всячески, сказать, вовлекают все больше и большее количество мужчин, тоже переживают какие-то перемены? Или по-прежнему текстиль все-таки это женское дело, женская работа? Значит, во-первых, надо рассказать,
что когда ты начинаешь копать эту тему про Советский Союз, ты выясняешь, что это не было сугубо женской практикой. Это было в большинстве своем женской практикой. Но в нее вовлекалось довольно много мужчин. У меня есть информанты-мужчины, у меня есть конфиданты-мужчины, которые рассказывают о том, как они и вязали, и шили, и красили ткани. И, кроме того, у меня даже есть кусок про это вот в статье. Очень часто мужчины и женщины в рамках одного домохозяйства кооперировались в создании вещей. Например, мужчина занимался вывариванием джинсов, а женщина их перешивкой. Или мужчина занимался тем, что шил более твердые ткани, более толстые ткани, а женщины более тонкие. То есть там все равно было какое-то гендерное смещение, да, мы замечаем это. Но среди моих информантов были мужчины, которые рассказывали, как они расписывали футболки. Среди моих информантов были мужчины, которые рассказывали, как они вязали, как они вышивали. Есть прекрасный один из моих информантов, и я цитирую его в статье, который рассказывал, как досталось семье досталось огромное количество турецкого махера, и они всей семьей научились вязать, чтобы продавать шарфы. И вязали все: дедушка, папа, мама, бабушка, потому что это был заработок, который был очень нужен семье. Вот. То есть, короче говоря, это не такая однозначная тема, и она, конечно, тоже требует своего исследователя про гендерные... Может быть, она требует книги про гендерные практики творческого потребителя в СССР. Она не очевидная, когда ты начинаешь ее копать. Тебе кажется всегда, что мужчина был с молотком, а женщина со спицами, и вдруг оказывается, что это совсем непрозрачно. То, что происходит сегодня, из того, что я вижу, в среднем по больнице температура сохраняется. И с текстилем по большей части работают женщины, но обобщать опять нельзя, потому что, во-первых, мир перестал быть бигендерным. И очень сложно говорить вообще про женщин и мужчин как дуальное пространство, да? Люди перестали бояться разнообразных практик только потому, что они гендерно определенные. Точно так же, как человек волен выбирать гендер, он волен сейчас выбирать практики без страха быть осужденным и без страха внутреннего неправильного самоощущения, и это совершенно потрясающе. Во-вторых, у меня есть чувство, что в некоторых семьях родители перестали бояться, родители, бабушки, дедушки перестали бояться учить девочек обращаться с молотком, а мальчика со спицами. И это тоже открывает какие-то новые возможности и новые практики, и их довольно много. Стали выходить книги, которые рассказывают об истории мужского вязания и об истории того, как женщины становились плотниками и столярами, и краснодеревщиками, и всем остальным. То есть мы видим просто, как мир начинает расшатывать вот эти гендерные запреты, а ведь это была область запретов. Нет никакой причины, почему мужчина не может вязать. Да? У него те же 10 пальцев, или 12, или 14, но это как сколько кому достанется. Я, кстати, часто думала о том, что очень интересно, что бы мы делали в смысле художественных практик, если бы у нас было больше пальцев. Может быть, мы были бы гораздо более интересным обществом. Вот. Но это же был только вопрос гендерного обучения, больше ничего. И поскольку эта картинка меняется, то, может быть, у нас постепенно расшатается и эта история. Да, интересно, кстати, как по-разному вот это гендерное разграничение проходилось по разным образовательным моделям в зависимости от страны, например. Да, в той же Норвегии, как мы знаем, в школах вязать учат и мальчиков, и девочек. И это абсолютно как бы да. Я хочу вообще напомнить из истории вязания, что женщин до
дай бог памяти, начала XIX века, я могу ошибаться в цифре, не допускали в европейские вязальные артели. Это было мужское занятие, и мужчины дома женщина могла вязать, но профессионально до изобретения станка, то есть не до 19-18 века, женщины держали от этого занятия подальше. Это был мужской промысел. Короче говоря, это не такая простая история, как кажется. Ну, абсолютно, да. Это такое стереотипное представление, у которого, в общем-то, довольно короткая история на самом деле, да. Достаточно заглянуть чуть-чуть подальше, и оказывается, да, что все твои модели и привычные какие-то, да, представления о чем-то рушатся. Но, да, вот удивительное ощущение. Я вот сейчас тоже как раз об этом подумала, и вы отчасти про это говорили, да, про вот это ощущение, не знаю, контроля, что ли, да, когда ты видишь, что у тебя, там, не знаю, условно порвалась вещь, и ты не в ужасе, да, там, откладываешь ее куда подальше, да, там, с глаз долой, потому что ты вообще ничего сделать с этим не можешь, потому что у тебя нет ни навыков, и вообще даже нет представления о том, что с этим можно что-то сделать. А ты смотришь на эту вещь, оцениваешь масштаб катастрофы и, собственно, начинаешь с этим работать, да, и, по сути, возвращаешь какой-то порядок вот в этот хаос. И мне кажется, да, и здесь я чуть-чуть как бы вернусь к точке отсчета вот этой темы ремонта для себя самой, потому что я заинтересовалась этой темой во время пандемии. Потому что именно тогда, как мы все знаем, действительно очень многие, ну, впервые за долгие годы, да, встретились со содержимым своих гардеробов, начали потихонечку их разбирать и поняли, да, что вообще-то, да, какие-то вещи там классные, но они там, может быть, нуждаются в каком-то базовом ремонте, и начали осваивать эти практики ремонта. И вот это ощущение, что да, то, что происходит там за окном, я вряд ли с этим справлюсь, и вряд ли я смогу это контролировать, но вот эту вот маленькую территорию, где я могу спасти там условно свое платье, это я могу. Есть ощущение, да, что вот это и про это тоже, да, это такой креативный жест, который, ну, позволяет, ну, некоторым образом как-то спасти локально мир, в то время как все остальное, да, рушится и просто летит к чертям собачьим. Да, значит, это же, ну, как есть вечная тема, когда ничего не можешь сделать мою кухню. Я не могу мыть кухню, но я могу что-нибудь починить или что-нибудь заштопать. Тут есть еще один очень интересный нюанс, и он может быть не про контроль. Есть исследования, которые показывают, что вещь, к которой мы приложили руку, у нас не устанавливается эмоциональная связь, гораздо более глубокая. Мы начинаем ее больше ценить, она начинает больше для нас значить. И я подозреваю, что если мы начнем устраивать исследования на эту тему, выяснится, что вещи, к которым мы приложили руку, это вещи, в которых мы лучше себя чувствуем, которые дают нам лучшее ощущение себя, ощущение, что мы лучше в них выглядим, ощущение, что они больше нам идут и так далее. То есть это то, что называется emotional investment, эмоциональное вложение в вещь, и она становится больше нашей. И мне кажется, что вот это нельзя купить никакими деньгами, и это очень дорогого стоит, по-настоящему дорогого стоит. Я еще поэтому так люблю переделывать свои вещи, потому что мне важна вот эта эмоциональная связь с вещами. Вещи живут у меня очень и очень долго, по много лет, и я с ними в отношениях. Вы с ними дружите? Я с ними дружу, да, я с ними в отношениях. Прекрасно, мне кажется, это такое, да, обратное заколдовывание мира, где все вокруг, оно как бы, да, живое. Живое, да. Слушайте, мне кажется, это прекрасный финал нашей сегодняшней встречи, да, все живое, помойте кухню, потом обязательно что-то почините. Мы с Ленор рекомендуем. Ленор, спасибо большое. Да, как всегда, сложно было удержаться, чтобы вас не подержать дольше. Спасибо вам огромное. Мне очень приятно было и очень интересно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам.